Здравствуйте, девчонки, мальчишки, а также и детишки. Сегодня в магазине «Светофор» по адресу город Минск, переулок Козлова, 5. Вначале пройдемся по непродовольственным товарам, потом посмотрим на продовольственные. Из новинок непродовольственных товаров появились вазы стекла 230 мм, 3 рубля 70 копеек Россия. Рюкзак туристический. Размером 63 на 36 на 15 сантиметров, производство Китай, 39 рублей 69 копеек, в основном был оранжевом цвете. Есть также в продаже кресло подвесное для дачи размером 60 на 47 на 56 сантиметров, 52 рубля 17 копеек. Таблетки для посудомоечной машины 110 штук, 37 рублей 14 копеек. Металлические кружки 9 рублей 56 копеек, полотенце махровое 40 на 70 сантиметров, производство Туркменистан 3 рубля 27 копеек, мангал сборно-разборный 350 на 240 на 240 миллиметров, в наборе также идут 4 шампура 9 рублей 6 копеек, производство Россия. Есть и в продаже сетка от насекомых для окон, производство Китай 150 на 150 сантиметров. Крепится липучками 4 рубля 98 копеек. Покажу остальные непродовольственные товары общим обзором и перейдем к продовольственным. Продажа в данном магазине есть соус майонезный чесночный 210 грамм от торгового производителя Ора Беларусь 1 рубль 39 копеек. Пирожное с творогом Белакт Беларусь 1 рубль 15 копеек. Пирожное весит 75 грамм. Напиток сыворотный «Биоритм» 1 литр 450 миллилитров «Беларусь» 1 рубль 82 копейки. Сыр мягкий творожный «Крем-моли» 125 грамм, производство «Беларусь» 1 рубль 72 копейки. Также есть крем с творогом и грибами 280 грамм «Беларусь» 2 рубля 76 копеек. Солонина посольская, продукты свинины, соленый мясной охлажденный «Беларусь» за килограмм 15 рублей 74 копейки. Сардельки днепровские фирменные за килограмм 3 рубля 28 копеек. Вареная колбаса для оливье «Беларусь» 4 рубля 32 копейки. Дрожжи хлеба пекарные для всех видов выпечки 100 грамм «Беларусь» 58 копеек. Майонез «Провансаль» «Ряба» в упаковке 1 килограмм 6 рублей 51 копейка, производство Россия. Продукты йогуртные за 4 штучки 2 рубля 91 копейка, Россия. Детское питание 240 грамм, производство «Беларусь» 1 рубль 38 копеек. Также есть пюре из индейки 170 грамм. 1 рубль 94 копейки, производство «Беларусь». Наконец-то появился и смузи торгового производителя «Маленькое счастье». Баночки 190 грамм, 1 рубль 14 копеек. Вода питьевая, негазированная, 1,5 литра, 93 копейки, Россия. Напиток безалкогольно газированный, 1 литр, 1 рубль 27 копеек. Квас пастеризованный 2 литра, квас белорусский особый 1 рубль 66 копеек. Есть продажи и сиропы 1 литр Польша 2 рубля 77 копеек. Лимонад пол литра 1 рубль 13 копеек Беларусь. Вода питьевая газированная пол литра 1 рубль Беларусь. А теперь перейдем к сладостям. Набор конфет с цельным фундуком и арахисом. В упаковке 240 грамм «Беларусь» 3 рубля 96 копеек. Хлебобулочное изделие производства «Россия», глазированное шоколадом 9 рублей 55 копеек. Есть продажи и набор печенья 700 грамм «Беларусь» 4 рубля 35 копеек. Печенье «Сахарная Витьба» 1 килограмм, 4 рубля 81 копейка, Беларусь. Изделие хлебобулочное 1 килограмм, производство «Россия» 10 рублей. Пышкейки в наборе 9 штучек, 7 рублей 46 копеек, производство «Россия» 450 грамм.
мармелад сокосодержащий дешес 500 грамм, Беларусь 3 рубля 89 копеек, подушечки 2 рубля 59 копеек 350 грамм, 5 рублей 23 копейки, кексы для детского питания 2 рубля 87 копеек, стоят крекеры «Будь здоров». Также покажу товары для домашних животных общим обзором. Не забудьте подписаться, кто не подписан на канал, чтобы не пропустить следующий выпуск магазина «Светофор». Всем пока-пока, до новых встреч!